остался. Не пыли, у глыбы все под контролем. Пацаны там, чтобы чисто мостовики нас не спалили караванщиком. А что тебе караванщики везут? Баржу маслин или что? Ну что везут, все наше будет. Вот мне говорил Серый, двинешься там со скуки. Точняк, надо было с братовой двигать. А еще... А этим тропа не нужна. Они до самого Нижнего ходят, понял? И только на рынке отстегивают. А мы их хлопнем, и вся река наша. Сечешь? Сипу. Глыба реально мозга. Ручья много. Ничего, у нас пацанов больше. Выставим как лохов. Драную!